Пошло не по плану. Британские националисты, партия UKIP, представила свою предвыборную программу. Закончилось мероприятие тем, что лидер партии забаррикадировался в комнате, скрываясь от вопросов журналистов, и стал предметом издевок в интернете. Над чем сегодня смеются британцы? Подробнее Светлана Чернецкая из Лондона. Партия независимости Соединенного Королевства UKIP – одна из самых молодых и самых активных в стране. И, по сути, свое предназначение она уже выполнила, ведь главным требованием этой партии был выход Британии из Евросоюза. Брексит уже запущен, поэтому многие с интересом ждали новую предвыборную программу UKIP. От своих националистических идей эта политическая сила не отказывается и теперь хочет запретить мусульманкам закрывать лицо в публичных местах. Хиджаб, никаб, бурка, чадра и паранджа – все окажется вне закона, если партия независимости вдруг придет к власти. Мы хотим, чтобы люди жили по британским законам, принимали британский стиль жизни и действительно наслаждались всем, что может предложить наше общество. Британская пресса не упустила возможности поиронизировать на эту тему. На пресс-конференции тут же прозвучал вопрос, что же делать пчеловодам, которым без головных уборов придется, ох, как нелегко. В ответ лидер UKIP благосклонно разрешил закрывать им лица. Но, конечно же, на этом дискуссия не закончилась, просто переместилась в виртуальное пространство. В интернете гадают, попадут ли под запрет головные уборы монахинь, пожарных, судмедэкспертов и что делать невестам с подвенечной фатой. А в Твиттере запустили новый хэштег, под которым предлагают новые темы для предвыборной кампании UKIP. Одни требуют перекрыть тоннель Ла-Манша огромной пробкой и заставить французов за это заплатить. Другие выступают за запрет иностранной погоды в стране. В общем, в очередной раз британцы не упустили возможность посоревноваться в остроумии, в этот раз за счет националистов. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».